Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 1. Задание 269. Какие животные передвигаются по земле очень медленно? Приведи примеры таких животных». Давайте воспользуемся подсказкой на картинке. На картинке у нас изображена змея, черепаха и улитка. И все мы знаем, что черепаха передвигается очень медленно. Не зря же говорят, ползешь как черепаха. А вот насколько медленно и кто из них самый медленный? Ну, давайте начнем со змеи. Так, змея. Учеными, а точнее серпентологами, было измерено. Ну, что в зависимости, конечно, от вида змеи, но самая быстрая змея может за один час преодолеть до 30 километров. Значит, 30 километров в один или за один час. Давайте напишем «за час». Так, за один час может преодолеть змея. Причем интересно, что змеи часто передвигаются боком. Ползут, и у них получается достаточно быстро передвигаться 30 километров за один час. Наверное, человек не может так быстро передвигаться. Черепаха. А вот черепаха может передвигаться с разной скоростью. Если черепаха ползет, то она может проползти 6 километров за один час. А если черепаха плывет, то вот она может переместиться на 20 километров за один час. Но давайте, чтобы сравнивать, давайте будем сравнивать сухопутную черепаху. Значит, черепаха может 6 километров за один час преодолеть. Ну, примерно так же, как и человек. А вот улитка. Учеными была измерена скорость улитки, или сколько же, какое расстояние улитка может преодолеть за один час, и было выяснено, что за один час улитка может проползти на 5, вот так, не один, а 5 метров за один час. 5 метров – это, конечно же, меньше, чем 6 километров, и тем более меньше, чем 30 километров. Поэтому в данном случае улитка – это самая медленная. Так и запишем. Улитка – самая медленная. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.